куры живут на втором этаже. А вы на этом приехали, да? Да. Ох! Полетело. Через... Случается, даже можно высадить две кладки. Кого выкинул такого? Нет, я ее все с утра выпал. Бросил скорлупу, а они не склевали. Кур-к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 ур. Вот это, блядь. Все. Это гнездовье? Да, гнездовье. Причем кученьки почему-то верхний ярус очень не... Если свалила, значит, недолго сидеть ей осталось. Она уже все. Да не, она... На излете. Давай, иди, иди, иди. Отойди от двери. Пусть выйдет. Ты, и знаешь, это сетка с пометом. Пометный короб, да. Угу. Он гидроизолированный, просто периодически... Поднимается? Да, конечно. Поднимается. Все это оттуда убирается потом. Ага. Где-то раз в три месяца. Слушай, они здесь сидят вот и, кладут. Да, и насест. И, нет, кладутся. Кладут они туда. Кладут гнезда. Они здесь спят. Сразу. Откладывают основной помет во время сна. Сидя на насесте. И это для того, чтобы... Слушай, но я эти ты опять сам вырезал. Проволоку сам вырезал. Ну, конечно, это все... Все самодельное, все руками. То есть никакой сетки, просто никакой сетки, врезана проволока. И очень-очень эффективно. Слушай, не, ну очень эффективно, конечно. Метлой прошел, блин, я его там открываю. Чтобы... Ну они сами лапами сталкиваются. Да-да-да. И здесь это все прошло в разок, и все. Одновременно и насест. Вот такая система. Я давно уже использую. А вот, очень эффективно. Они сидят все-таки вот на этих, блин? Да. Они сидят. Скруглять их не надо? Можно скруглять. Но они скруглены, они скруглены немножко. Да? Лучше скруглять, чтобы ей все-таки они ну, немножко не резали. Они немножко геометрические, да, да. Захват-то, блин, чтобы было. Но да, площадочка должна быть все-таки такая, чтобы да, она... Да. 4 сантиметра. Хорошо. Тяжесть 4 сантиметра. Площадь, 4 хорошо, сантиметра. Сергей, а вот следующий вопрос. Она должна быть приподнята сантиметров на 6. Чтобы у нее, когда она сидит... Алексей начал снимать сейчас. Ну, пусть не то, что я его просил. Сантиметров на 6, чтобы у нее задница, извините за выражение, не касалась решетки, когда она скидывает помет. Сергей, а можно вот такой вопрос? Давай. Иерархия все-таки существует у птицы? Безусловно. Значит, вот когда, значит, насесты сделаны как бы один выше другого, то есть самые старшие сидят, самые умные сидят сверху. Да. Самые сильные. Но это... А как вот здесь это происходит? Эта иерархия происходит тогда, когда очень высокая ступенька. Да. Когда практически ровная, ну, практически достаточно для захода птицы. То есть старшие не срут на младших, блин. Да, и они не срут друг на друга. И они очень хорошо, вот, например, вечером я их только загоняю, корм дал, они поели, на насест усаживаются, ни одна птица ни на взлетной планке, ни на гнездах не ночует. Что все, такое взлетная планка? Это вот эта вот эта вот штука перед гнездами, да? На второй ярус, да. Корм дал. Но кученка очень плохо. Кученки неудобны для того, чтобы сидеть. Они поуже сделаны. Сережа, а ты... Именно для этого и сделаны так. Ты кладешь туда им сено какое-то, похоже, я что нет? Я им подстилочку, да. В принципе... Ну, по нижнему ярусу есть, а по верхнему? По верхнему почему нету? Они, даже если я укладываю туда, кученкой занимаюсь второй раз, первый раз не мог понять, в чем причина. На верхнем ярусе яиц всегда меньше. А теперь понял, они вот кученка именно ищут такое место более спрятаться, низкое. Глубокой подстилкой. Они более эффективно используют нижний ярус. Для кученки лучше все-таки одноярусные гнезда, чем двухярусные. Ни одно не сдохло. Кучинские куры пьют из озера. Так, не кидается, ничего там не пытается.
пошли отсюда. Блин, расстояние между затекаем. Ну, сантиметров 20. Не, не пойду, типа, буду охранять. Я говорю, ну ладно, сиди охраняй, чтобы не разбежались. Через полчаса прихожу, они все аккуратненько в кучку сложены, задушены. И рядом с тряпкой лежат. И он сидит их охраняет. То есть они выскакивали, он их тут же ловил, блин, и складывал. Ловил и складывал. Ну что тут скажешь, блин, за что собаку наказывать, сам думал.